Снежная, песчаная, морская. Про что идет речь? Про бури. А еще магнитная. Что это за явление? Сейчас попробуем разобраться. Наша планета имеет жидкое ядро, состоящее из железа. Именно оно порождает магнитное поле. Человек, как и все живые существа, подвержен влиянию поля Земли. Особенно во время магнитных бурь. В этот период в медицинских учреждениях чаще всего оказываются пациенты с сердечно-сосудистыми и нервными болезнями. Виновник магнитных бурь – Солнце. Дело во вспышках на огненном шаре, сопровождаемых выбросом заряженных частиц. Космический ветер доносит их ударами о Землю, расшатывая ее поле. Расстояние от Солнца до нашей планеты свыше 150 миллионов километров. Если представить, что космос – океан, то Земля со всеми своими живыми существами находится на самом его дне. Магнитные бури и вспышки на Солнце для нас просто шторм на поверхности этого космического пространства.